Всем добрый день. Мы идем с работы. Уже отработали, хорошо так поработали, продуктивно. Сейчас домой кушать, ням-нямка, заполняться силами. Хотя у меня сил еще на неделю хватит, на месяц не жрамши можно пахать. Ветерок какой-то дует непонятный. А тут уже нет ветерка. Шикарно. Готовить ничего не буду на обед. У меня там еще пол тортии осталось. Даже больше половины. Салат можно сделать. Суп еще остался. В общем, доедать будем. Объедки. Остатки сладкие. Так что будем отдыхать. Правда, вечером мне нужно девочку одну подстричь. Но это там уже в Матриле у нас. Быстренько ее на пляж, наверное, поеду. Сейчас зайду, посмотрю, что там и как. Машина едет. Чарли-маму, кивьене коч. Причем большая, наверное, машина. А, это целый автобус. Вот этот автобус вчера застрял. Видите, он и тут-то еле проезжает. И вот сзади него мы все стояли. Прям даже страшно мне уже. За ним сейчас ездить, но у меня по-любому в ту сторону надо ехать. Машина тут недалеко стоит. С этим тут дорогами. Ой, задавишь, мужчина. Тут раньше машину, по-моему, парковали. Видите, сюда нельзя стало. Ой, блин, вот это вот собаку, которую Чарли ненавидит. На руки, наверное, его надо взять. Опасность. Видите, мужик тоже уже зараза такой. Смотрите. На руках сидел. Не знаю, видно, не видно. Ну, думаю, видно. И есть та шмакодявка, да? А вот прям на него кидается. Ой, смотрите, какой знак повесили. Прикольно. Ой, ну море зашибись. Шикарное. И народу, конечно, тоже шикарно. Видите? Хорошенькое море. Инжир, который не достанешь. Да и не надо. И много-много ос. Как он меня корябал. Ты, засранец! Ой, засранец! Фу, и поленин еще больше вонять стал. Иду, думаю, может в магазин заехать. Потом думаю, да ничего не надо. А это ведь заедешь, наберешь, что надо, что не надо. Не, не поеду. Фрукты я вчера взяла. Арбуз есть. Зачем мне туда? Смотрите, какой красивый балкон. Цветами. Вот мне вот так нравится. Классно. Мы уже поели, полежали. Еще что делать? Сейчас чай попью с орешками и с лимоном. И на пляж поеду. Ветер, правда, какой-то. Спать что-то охота. Вот они там разговаривают. Разговорчивый. Так вот, хочу начать. И горстку вот таких орешков возьму. Так, какой это. Ну, вы поняли, какие орешки. А чай-то у меня краснодарский, розочки. И все. Хотелось бы, конечно, какую-нибудь конфетку сожрать. Вот что вы думаете, у меня конфет нету? Есть. Целая такая корзинка. Вкусная. И грильяж вот у меня тут лежит. И вот. А еще у меня есть вот такая помадка. Она супер вкусная. Вообще я даже не думала, что они такие вкусные. Но я ее только вот
одну попробовала как-то давным-давно. Блин, вот это вот клиентке одной говорю, представляешь, как это, говорю, открывать холодильник, в котором почти 2 килограмма конфет, и не можешь ее ни одну съесть. Она такая, а ты мне приноси, я могу их съесть. Я говорю, ну да, конечно, говорю, размечталась. На мои конфеты посягается. Может быть, когда-нибудь, и когда пойду в спортзал, я буду, может быть, еще по одной, по две штуки в день кушать. Как вам такая идея? А пока пускай лежат, ждут своего дня. Блин, купальник, вернее, верх от купальника привезла, сменный, а низа нету, представляете? Поеду без низа. О, первый раз, что ли? Нет, конечно. Че, я без трусов не ездила? Так, смотрю, машина сестры здесь. Так что... будет с кем позагорать, полежать. Думала я, ехать или не ехать, потому что какой-то ветер дома. А здесь на пляже хорошо. Поэтому приехала сюда, вот где наши дачи были. И все. Так, подушка мне не нужна. Нужен стул. Думаю, полежу пару часиков, позагораю, а потом в 8 у меня подстригать одну девочку, подругу. Но это тоже не это. Может быть, и попозже можно сходить. В общем, посмотрим. А пока по планам море. Море. Ах, море. Слушайте, ну на пляже жарко, а там дома прохладно. Прям вчера передавали, что будет на пару градусов прохладнее и заметно. Ну что, отправляемся. Здесь, видите, караваны поставили. Где они есть-то? По-моему, тоже машина сестры или чего. Когда приехала, вот эта пальма была с меня ростом. А сейчас она, смотрите, какая здоровая. Где же вы, где? Ой, господи, собачка там. А, вон они, вижу. Все, пошла я к ним. Вот так и отдыхаем. Море, море. Отдыхаю, загораю. Водичка теплая-теплая. И прозрачная. Смотрите, какая чистая. Я уже навалялась, накупалась. Наделала всего-всего. Без трусиков. Это рака на усики, а девочка без трусиков. Девочка без трусиков. Достала свой волшебный ящичек. Сейчас буду ногти на ногах красить. И, блин, гад, у меня ноготь сломался. Вот этот. Придется сейчас все подравнивать под вот этот. То бишь, останусь я без ногтей. А жалко, блин. Ну да ладно. Буду смотреть сериал. Знаете, сейчас смотрю, меня что-то потянуло на военные. Даже не военные, а такое довоенное время. И смотрю «Сучья война». Мне довольно-таки нравится. Уже 7-ю серию смотрю, их 8. А что там ждет моя лапа? Что там ждет? Ке? Ке та пиранду, мичико? Мичико, ке ста пиранду? А папе нет. В общем, на 8 договаривались с девочкой подстричь ее, перенесли на 8:30. Ну, понятно, все на пляже, все. Пляж. Боже, море шикарное, теплое. Волн нету. Ветер вообще стих, вообще. Прям даже жарко. Лафа, кайф. А еще и с родственниками проходит время быстро. Там еще 2 карапузика есть. Они такие маленькие. Вернее, одна уже большая девочка, а мальчик только ему 3 месяца. Такой ляпа, такой жладенький. Вот. И вот там игрались, да? А моя ляпа вот сидела дома. А он тут спал. Он спал. Спал. Спал моя рыба. Вот такая вот у нас любовь. Ладно. Буду отпиливать ногти и красить на ногах. А то прям уже позор. Идти мне, ну, скажем так, не совсем близко.
Но я когда могу идти пешком, я всегда иду пешком. Сейчас не очень я понимаю, куда я иду, но куда-то иду. Вот. 3 километра, наверное, мне пешкарусом идти. Потом я хочу зайти в Меркадону. Слушайте, не 3 километра, даже близко. Может быть, рыбка будет. Знаете, в субботу перед закрытием бывают скидки хорошие на рыбу. Ну, так как ее надо будет либо хранить, либо выбрасывать. И убирают цену. Видите, где я иду? Я уже немножко понимаю, где я иду. Поэтому иду. И надеюсь, что будут какие-нибудь скидки. Бабулечки, видите, отдыхают. И я успею купить какую-нибудь рыбу. Совмещаем приятное с полезным. А как иначе? Я не могу иначе. Слушайте, дорога такая, оказывается, близкая. Мне еще нужно изучать эти дороги для того, чтобы ходить в спортзал. Потому что же скоро в спортзал надо будет ходить. И вот по каким-то дорогам здесь надо все уходить. Поэтому будем изучать. А вообще зрительная память у меня очень хорошая. То есть если я куда-то зашла, то я обязательно оттуда выйду. Фотографическая память тоже у меня лучше. Потому что, вот, допустим, слова, чтобы запомнить какие-то, мне их нужно написать несколько раз, и они у меня останутся в голове с закрытыми глазами. Вот так закрываешь и все вспоминаешь. Вот там тоже можно пройти к нашему дому даже ближе. Изучаю. Здесь столько у меня много всяких разных улочек. Страсть. А еще вот этих стен очень жарко. Идешь, прям от них прям парит. Они такие горячие, фу. Надо на ту сторону, что ли, перейти. Тут школа, кстати, это я уже знаю. А спортзал уже все вон там. Что-то совсем близко. Готовлюсь. Ой, ну я сегодня наплавала. Знаете, хорошо, никакой спортзал не нужен. И сейчас пешкарусом пройдусь. Хотела с собой собаку взять, Чарли. Ну, потом, ну, где я его оставлю, пока буду стричь девочку. А так прогулялись бы с ним вместе, здорово. Хотя потом Меркадон уже собиралась. А вот этот район у нас, как бы здесь цыгане живут. Вот в этих всех домах очень много цыган живут. И прям вот они вот там вот на улице, видите, высаживаются. В общем, у них такой вот цыганский, как это сказать, манер не уходит никуда. Они также собираются на улице, сидят, также кричат, также, в общем, все как у цыган, только живут они в доме. Блин, прибегу быстро. А вот на этой площади у нас рынок. Кстати, смотрите, я буквально 5 минут, даже, наверное, меньше 5 минут у меня заняло дойти до спортзала. Он вот там. Офигеть. Я даже не знала, что я так близко живу. Я просто как-то плутала все в те разы. Каким-то каулочками ходила, а тут раз и уже и вышла. А здесь у нас по пятницам и вторникам рынок на этих. Но я на него не успеваю, потому что работаю. Уже из Меркадона вышла. Нету там никакой рыбы. Вообще остатки там не сладкие, не... Чего мне не понравилось. Там вообще рыбы мало осталось. Обычно всегда... Лосось остается, его продают подешевле, но в этот раз нет. Летом все разбирают. Кстати, взяла вот такую водичку с алоэ вера. Здесь 30% алоэ вера, видите? Я думала, мне сама структура алоэ не нравится, она какая-то вот как сопли. Но думала, вода такая же, думаю, ну выброшу. Вы знаете, очень вкусная. Даже не ожидала. Такая классненькая, такая сладенькая. Но она зато без сахара. Ну да. Ну, наверное, подсластители. И кусочки алоэ там. Не сопливые, а прям такие вкусные. Так что хорошая водичка. Набрала целый рюкзак. Сейчас приду, покажу. Если не забуду. И не заблужусь, может быть. Потому что, во-первых, ночь. Во-вторых, я... Уже
Ну, думаю, что дойду. Так что будем надеяться. Не зря же я вам говорила, что у меня фотографическая память. Кошечка. Так мне жалко. Всяких маленьких животяр. Прохладно стали, все выбежали на улицу и сидят на улице. Наслаждаются. Спасибо, что вы пропустили. Очень приятно было. Ой. Я немножко купила. Я тут и бардак навела. Груши искала вкусные. Надо салат сделать. О! Ну, Маруся, баклажан ты не купила. Твою дивизию. А сливки так разложил, потому что они очень спелые, и надо их уже есть. Я выбираю, какие поспелее, и ем. Они прям очень спелые. Смотрите, мягкие-мягкие. В общем, купила чучи Чарли, штуки, семечки, стевию, тунец и вино. Все, больше ничего не купила. Все, села монтировать и буду отдыхать. Время уже позднее, завтра воскресенье. Хотя я воскресенье не очень люблю, потому что все закрыто. Так, ладно, буду прощаться. Ке? Ну, с тобой, ну? Персик там пробует. У него вкус на персик один, у меня другой. У меня должен быть он спелый, такой сочный, а у него должен быть чуть-чуть зеленоватый. Странно. Ладно. Буду прощаться с вами до завтра. Спасибо за ваши комментарии, лайки. Всего вам самого лучшего. Всем пока-пока.